Че такие грустные? Почему? А че так... такие грустные? А так? Так лучше. И что вы? Пытаюсь общаться? О, это хорошо. Я тоже. А вы... Сначала нужно нам познакомиться. Татьяна. Очень приятно. Сергей. Я из Неаполя. Неаполь? О, это хорошо. Это Италия, да? Да. Насколько я знаю. Ну да, да. Был в Италии. Был в Италии. Возле Рима был. Ну, я, короче, на фуре ездил. А сами откуда вы? Из Молдовы. А, Молдова. Понял. Ну, подписано Россия. Это VPN. Еще раз? VPN. Я понял. Просто у нас, ну, в Италии сложно найти фильмы, которые можно посмотреть онлайн. Ну, без... Угу. А через российский VPN уже как бы находишь лучше. Я понял. И что вы там делаете? Ну, живу, работаю. Кого-то старших людей, да, ухаживаете? Или, ну, обычно такая работа, ну, для девушек. Нет, я массажист. О, ну, это хорошие крепкие руки должны быть. Ну, да, не жалуюсь. Я понял. Я в Италии как раз был, когда этот пик коронавируса был. Тогда людей вообще не было видно. А как вас пустили? А я же на фуре ездил. А, пускали, да, фуру? Да, да, да. Без карантина, то есть... Да, да, мы сидели дома, блин. По домам. А потом еще месяц времени после... того, как был, если куда-нибудь заезжаешь там в Германию или Францию, то спрашивают, Виталий был? Типа, да, был. Все, сразу маску, перчатки. Это в Испании тоже, ну, тоже так же самое. Много людей заболевших. Ну, у нас сейчас то же самое начинается опять. Опять маски, опять. Ну, короче, ужесточается все. Черт его знает. Я не знаю, я уже даже не хочу об этом говорить, мне надоело. Мне уже года ночь. А сколько уже лет работаете? Да не, я недавно здесь. 3-4 года. Неаполь... Если мне память не изменяет, это верх Италии, да? Ну, это получается вот как вот сапог, да? И это как голенище, да. Вот где голенище, знаешь? А, ну, по сведению ориентировалось. Ну, да? Ближе к югу сюда, юг все, больше юг. Ага, ага. Ну, там Италия немного беднее живет. Север Италии... намного лучше. А сейчас вообще не знаю, что у нас будет, потому что у нас, считай, туристический сезон провалился, а у нас же тут все с туризма. У нас тут все, ага. все работают так или иначе связаны с туризмом, понимаешь? Все бизнесы, все-все-все. И жопа. Не знаю, что будет. Не знаю, честно. Люди очень в таком, знаешь, состоянии тяжелом. Угу. Угу. Понял. А у вас как там на Украине еще? А вот я сейчас на машине в очереди стою на границе с Польшей. Ну, здесь Волынская область и Польша, они же имеют там, ну, переход. Ну, я понял. А вот я здесь сейчас в машине, короче. Я вижу. Да. Немного темно. Нормально видно. Нормально видно? Нормально. Нет. О, уже лучше? Да, да, видно нормально. Ну что, как думаете вообще, как будет дальше, что будет дальше вообще?
после этого кризиса, после этого всего, какие нас ждут вообще перспективы, как думаете? Честно сказать, даже и трудно что-нибудь представить. Как, ну, смотри, я вот на машине не ездил, ну, никогда не ездил. Это получается в апреле. Конец февраля я поехал стажироваться. Ну, как бы учиться. Вот. И это за коронавирус вообще, ну, никто ничего не знал. Ну, конец февраля. Ну, да, еще не было такого. Это уже там начало апреля, там началось это кипиш по Европе. Вот. Тоже в Италию ездили, ну, на заводы. Там нормально все, ну, как бы это у людей, которые, ну, насколько я знаю, у которых есть патология, то им это немного... Ну, нет, то, что мы сейчас не будем обсуждать, как сам этот вирус, мы просто обсуждаем то, что этот вирус натворил. Считай, что было и карантин, и не работали, и предприятия закрывались, и люди без денег. И мы сейчас, вот здесь вот юг Италии, считай, без туристов. И как оно будет вообще, ну, чем это все грозит, это, ну... Мне страшновато. Я тебе скажу, почему самая большая смертность в Италии и Испании? Почему? Знаешь? Стариков, не знаю. Стариков много. О, здесь очень, очень большая много. Продолжительность жизни из-за климата. Знаешь, здесь очень такой климат, скажем так, райский. И поэтому здесь люди долго живут, понимаешь? Плюс традиционно, ну, особенно женщины, традиционно здесь у них женщины никогда не работали, никогда не впахивали, понимаешь, никогда не напрягались. А все за собой следили. Ну, то есть, как бы, вот здесь традиционно вообще бабы не работают. И поэтому они живут долго, понимаешь? Мужики-то пораньше умирают, а вот женщины, они живут. Ну, я тебе скажу, такая ситуация, вот я был, у меня сосед мой живет в Испании, в Барселоне. Угу. Там уже тоже насчет коронавируса капец, что было. Угу. Значит, средняя, ну, это средняя, ну, как бы, до 97 лет, 92 или 97. Живут легко, да. Да. Это так, в среднем. Вот, и эти люди старые начали массово умирать. Вот. Ну... Наши на Украине тоже сейчас, сколько там, я уже смотрел, где-то 150 тысяч заболевших. Ой, у нас тоже начинают уже счетчик везде включают, и каждый день цифры добавляют. По регионам уже начинают, знаешь. У нас уже здесь начинается так, закрыли уже кафешки, закрыли ресторанчики, ввели обязательный масочный режим, то есть ты без маски вообще даже из дому не можешь выйти, потому что там штрафуют, ну реально уже останавливают, штрафуют, все. Первые 3 дня как бы предупреждали, знаешь, еще вот полицейские, а сейчас уже штрафуют. Вот. Ну, короче, жопа, я тебе говорю, опять начинается все то же самое, что было. Детей в школу забрали со школы, школы закрыли. Школы не работают вообще? Пока нет, до 4 числа им продлили. Они же здесь, школа вообще начинается 15 сентября. И вот они пошли в школу, и чуть поучились, и потом все, их отправили. Но до 4 этого, ну, короче, на неделю, еще на 2 их там, короче. Но сейчас как раз, знаешь, такой вот пик. Вот сейчас резко поменялась погода. А вот я сама приболела, знаешь. Я, если честно, так и пишнула, мама родная. Погода, знаешь, поменялась, и вот это вот где-то меня продуло, где-то посквозило, и у меня, вау, у меня такая была паника первые 3 дня. Я вот так вот гладу, все, я умираю. Нафиг. Ну, вроде пришло. Какие у тебя глаза голубые? Ну, такие получились, но ушел. Прикол показать? Давай. Смотри. У тебя зеленые, что ли? Не, голубые. Да не видно. Свет такой. Не видно, да. А, все, вижу, да, вот сейчас видно, да. Ну, у меня тоже есть украинские кровя, что думаешь? Да?
Но у меня мать с Приднестровья, а в Приднестровье там же, считай, ну, как бы украинцы, там русские, ну, как бы славяне. Я думаю, красивая женщина. Ну, без Украины там не обошлось. Не, ну, Приднестровье, понимаешь, как Приднестровье традиционно это регион Российской империи, скажем так, да, они всегда были в России. Там славяне живут, однозначно. Не всегда. Ну, было какое-то время, они были под Украиной. Но это уже... Ну, это в Советском Союзе подсунули, прирезали вам кусок. Не-не-не, неправильно. Вообще, Россия с какого года? Ой, не начинай мне сейчас про историю, я тебя умоляю. Я вашу альтернативную историю уже вот где наслушалась. Ну, так при чем тут Россия? Сначала был... Я тебе скажу так, что вы, вот у нас в Молдавии, да, вот я про Молдову сейчас говорю, у нас есть фамилия Русу, есть Унгуряну, да, есть много. Вот смотри, самая распространенная фамилия, это фамилия Русу с двумя С. К нам все, кто приходили с вашей стороны, всех называли русскими. В переводе это русский. У нас фамилию давали по национальности, как бы, знаешь. Кто приходил с Венгрии, их называли унгурянами. Так вот, с вашей стороны всех называли русу. Поэтому вы можете рассказывать про свою альтернативную историю. Вы можете мне все что угодно рассказывать. Я знаю точно, что все, кто приходил оттуда, для нас, молдаван, были русскими. Понимаешь? Все. На этом мы закончим. Это все мои познания в истории. Понимаешь, если бы раньше была Украина, то фамилию бы давали украиняну. А у нас нет фамилии украиняну абсолютно. Нет, вообще нет. Как это понять, было бы раньше Украина? Если бы, была... потому что это же, когда давали фамилию, это еще черт знает в каком веке, понимаешь? Еще с тех времен. Ну, правильно. А знаешь, так почему? Так вот, никакой Украины не было, потому что все, кто от вас приходили, назывались русскими, значит, Россия была, понимаешь? Все. Нет. Что нет? 100% нет. Ну, а если бы вы были тогда украинцами, вас бы называли украиняну, потому что Венгрия была, их называли унгурянами, понимаешь? Сербия была, их называли сырбами, понимаешь? А Украины не было, потому что нет фамилии такой у нас, в Молдавии. Это все, что я про вас знаю. И больше мне про вас знать ничего не хочется, потому что я когда начинаю разговаривать по истории с вами, такое ощущение, что, знаешь... Ну, все от вас произошло. И Молдова в том числе. Да, правильно. Только у вас наша Буковина, Измаил, Одесская область, она у вас. Это Молдавия, смотри, это Молдова. Украина сначала называлась Киевская Русь. Ой, все, хватит, я тебя умоляю, хватит. Давай лучше о сегодняшнем дне. Вот что было раньше, оставь там, вот там. Понимаешь? Я хочу и историю немного рассказать. А? Не надо мне твоя история, не надо. Я уже послушала твою историю. Мне когда сказали, что я произошла, молдаване произошли от украинцев, я сказала, хватит, пацаны. Закончили. Ясно. Ну, а работа есть сейчас? Ну, плохо с работой сейчас. А ты где? Я в салоне работаю, как бы у меня немножко другая история. Мне не обязательно работать, у меня муж есть. Ну, хочу работать, хочу не работать. Ага. А муж итальянец? Нет. Наш? Ну, он давно уже здесь. Ну да, он давно уже здесь, и как бы, знаешь, у него работа постоянная, как бы нет проблем. То он тебя забрал, как бы, в Италию. Нашел меня в Москве и забрал меня из Москвы. Обалдеть. Вот такой вот наглый. Да. Ну, живете где? Где живем? В Неаполе. Под Неаполем. Ну, не в самом Неаполе. Я понял. Съемная квартира, свой дом? Съемная, конечно. Какие нахрен свой дом? И откуда столько бабок? Ты знаешь, здесь квартиры стоят? Я был в Барселоне, у меня сосед там живет. Квартира трехкомнатная.
можно сказать. Ну, одна комната, там кухня и кровать. Гостиная, да, и без спальни, но у них так. Да, 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 да. У них тут как таковых коридорчиков нет, у них сразу заходишь, и сразу вот такое пространство для кухни, да. Гостиной. Короче, сколько он говорил? Сейчас. Квартиру он покупал за 79 тысяч евро. И еще столько же вложил в ремонт. Ну, видимо, раздолбленную купил. Но здесь около суда, около сотки, грубо говоря, сотка. Вот квартира стоит в таком районе. Ну, раздолбленную, получается, у него еще на всю квартиру сверху, типа, балкон. Мансарда, да, есть такой. Из-за того такая цена. Ну, здесь многие с такими террасами. Но, как бы, я же говорю, около сотки здесь все стоит. Здесь вот сотку надо вынь да положь. Но это очень тяжко, не знаю. Мне я не представляю, что я... Да и нахрен меня, я не собираюсь здесь жить. Я все равно свалю. А куда? Домой куда? Че? Что мне здесь? В Москву или... Нет, ну да. Я здесь не приживаюсь, мне здесь не комфортно. Встречал водителей, которые делают себе румынское гражданство. У нас очень многие так делают. Ну как, они делают, знаешь, как у нас же как бы Румыния обелечивает паспортами Молдавию. Они выдают паспорта всем, кто чьи родственники жили на территории как бы до 40-го года. Они считают, что они там Румыния, знаешь, как бы что-то их территория. И, кстати, они выдают не только молдаванам, они у вас там в Украине тоже выдают. Буковина, вот эти все территории, которые они считают Румыния-Мари, знаешь. Ну, я не помню, сколько он мне говорил денег, он заплатил. Ну, где-то 2000 долларов, чтобы получить румынское гражданство. Но это он через посредников делал. Понимаешь, я тебе объясню. Это можно как бы попросить, если посреднические фирмы, которые оказывают услуги, которые ездят во все вот эти вот ждецы, которые достают эти, ну, твои вот документы, ну, то есть как бы собирают тебе, знаешь, ты сам не ездил. Ну, то есть это тогда им надо приплачивать. А если ты это все делаешь сам, ну, это геморрой. Ну, это, конечно, стоит дешевле, но долго, ну, как бы долго, знаешь, и много времени. Но... Короче, сколько я там ездил? 4,5 месяца, да? Ну, я объездил 11 стран. Увидел, можно сказать. Я тоже видела много чего. Значит, ну, такой пидрас попался. Ну, пиздец просто. Ну, я уже, говорит, 4 года работаю. Скажу еще. Я все знаю, пиздец, ты не подходи. Ты а он со мной... откуда сам? Ну, с Молдавии. Mm-hmm. Ну, я не уточнял там откуда. Ну, честно сказать, мне особо не хотелось с ним общаться. Такой придурок просто. Важно. Да, есть люди, а есть придурки. Вот я на такого... И то на одного такого попал за... Ну, считай, 4,5 месяца один такой ебанутый попался. А все остальные... Бывает. А все остальные нормальные. Ой, такие. Ладно, что, идем дальше. Иду я спать. Все, давайте, добрать. Давай, ага, давай, пока.